Всем привет, друзья! И сегодня у нас покатушечка с моей девушкой Анастасией, да? Да. Да. Завязывают хвостик и полетели. Вот так вот заводится Spark, 125 кубов. Все четенько. Вечерняя покатушечка. На часах у нас 8 вечера. Короче, что я в нем сделал? Получается, это обслужил его, потому что он стоял в гараже долго. И получилось как? Что я на нем поменял пару вещей. Ой, не поменял, ну короче, поменял я звездочку. Поменял я на нем только звездочку. А так я на нем обслужил воздушный фильтр, потом карбюратор почистил. Короче, все сделал, чтобы он как-то ехал более-менее. Более-менее ехал нормально. Он едет чисто покатушечка небольшая. Едем мы не быстро, получается 40 км/ч. Сейчас уже до 50 разгоняемся. Опа-на. Так, чинажа. Короче, едем мы на мостик. Сейчас покажу вам мост. Разбитый мост, в принципе. И не от войны, а просто от жизни, он уже такой разбитый. Переезжаем через дорогу. Короче, суть такая, что тут непонятно, в чем проблема. Когда без воздуха наеду, он нормально едет, там под 80 км/ч едет. Когда еду я без воздухана, да, а когда еду с воздуханом, я хоть его почистил, стало лучше. То есть я его почистил, короче, бензином, воздухан, как-то так. И стало лучше ехать, но все равно едет не так, как без воздухана. То есть воздухан там придает где-то 10 км. Если тут бы стоял бы нулевик, он бы реально валил. Да. Дороги такие не особо приятные. Тут еще собачки. Вот это поворот! Да не бойся! О, окей. А что там стоит, я не понял. А что, через этот мост? Ну его, короче, вот речка, что я вам хотел показать. А тут они, ага, как они заложили. А тут нельзя, тут не проедешь, короче. Тут все, хана. Ну вот, что я хотел вам показать. Речку. Но тут уже по-другому никак не поедешь, да. Тут не проедешь никак. Это по-любому. Не на мотоцикле, только пешком. Может, на велосипеде проехать можно. Может, на велосипеде проехать можно. 2000 years later. Там чувачок на велосипеде катается. И полетели туда куда-то. А, чувак вот там проехал, посмотри. Посмотрим, сейчас пролетим. А, тут еще можно проехать как-то. Но тут такое сомнительная тема. Опа, опа. Главное, опа, опа. Ага, и тут, ага. Все, то есть, да. Но раньше здесь можно было и на мотоцикле, ну, на машине проехать. Сейчас на машине не так. Меня так мало, что надо было.
Сила 3, 4, бам, бам, бам. Бам, вылетело, бам. Как тебе мой мотоцикл? Расскажи. Мотоцикл как мотоцикл. Понятно вам. Ну это мой первый спарринг. Первый спарринг в жизни. Первый раз на спарринге катаюсь. Ой-ой-ой, полетело. А давай туда залетим. Давай туда. Мы что-то заснимем. Вот она. Она в кустик. Сейчас, может, мы еще заснимем какой-то моментик. Будет. Давай по полю объедем. Сейчас по полю, наверное, объеду. Потому что дорога здесь такая себе. Не помню, я здесь ездил, не ездил, конечно. Когда-то, может, и ездил. Капец, да? American горки. Ага, тут надо, типа, через мостик проехать надо. Не, ну это все равно интересно. Особенно моей пятой точке. На второй забирается. Вообще тяги хватает, а максималка херня. Типа на любую горку. Вообще как угодно. Туда, да? Опа-на. Короче, спарк валит, это 100%. Просто если его настроить нормально, сделать нормально, а просто так на нем кататься типа не получается. Собака гонится за нами. Уже не бежит. Здесь, конечно, такие дороги разбитые, надо сказать.